did you do that? How did you do that? Марта, 7 часов утра, 7:20. Наш последний день в Порту. Символом Португалии является Любомир. Ой, петух. Странно то, что в Порту движение правостороннее, как и во всей Европе, но кнопки на пешеходных переходах находятся по левую сторону. То есть мы как бы должны с другой стороны переходить. И такая же ситуация с замками. Они почему-то открываются против часовой стрелки. Хотя... Ну, то есть, или, в общем, они нелогично открываются, но, возможно, это проблема только нашего места проживания, а не всей Португалии, не знаю. За мной находится центральный новый музыкальный дом в Порту. Попробую в него попасть. Дом настолько новый, что лифт оказался умнее меня. Получается, сейчас рано и все закрыто, и лифт просто не едет на эти этажи. Я 3 раза пытался войти и поехать, а он просто туда не везет. Так что надо приходить после 10 сюда. И можно будет подняться на 7-й этаж, там должна быть хорошая обозримость. Видите этого дядьку? Он едет на дыбах, а не просто на коляске. Типа мануалит. Это очень старое кладбище. Я туда пойду посмотреть, но снимать не хочу. Кладбище совсем небольшое. Очень напоминает... Что? Катакомбы из Линяжа напоминает. Советую сходить, называется Cemetery de Lapa. L-A-P-A. И лучше идти днем, потому что вечером здесь крипово, наверное, будет. Сегодня только 10 километров, сейчас завтракать и выселяться. Последний день, мы сейчас выселяемся, и передаю слово Амине. I really like the hostel. The bed is good. It has a lot of ants, but it's good. And the reception guy is good. If you see me, hi, Brazilian guy. He's from Brazil, I think. Which guy? From the reception. Okay. Татьяна. I like the guest what house. Oh, I love it. Okay. Was nice. I think we were very comfortable, just with like our own room and the breakfast. Was cool. Okay. And just... the funny part was that one guy was in love with Amina. What? We found out that we love each other. Yep. Okay, Diogo, you're maybe watching this video, so I want to say hi to you and thanks for being very friendly with us and for thank dinner. You for the dinner. I thank you for other things. Ooh, I don't want to know what other things. Мы решили не ехать на стадион, потому что жарко, и со всеми вещами особого удовольствия не получим. А пошли к реке, и я закупился открытками, чтобы потом их отправлять самым активным подписчикам. Так что будьте там, это, на чеку. Купил открытку с Любомиром, то есть с петухом. Вы скажете, что эта шутка уже была? А это не шутка. Мы
в аэропорту приехали как раз прям вовремя, и у меня забрали нож. Из-за того, что он не нож, а из-за того, что у меня есть пила. С пилой нельзя на самолет. Сейчас идет посадка, и надеемся, что нас встретит Ника. Так что заканчивается тур. Прошли чекины. Я прошел через приорити, потому что вид персона. Надеюсь, здесь можно снимать. А иначе меня все заберут.